Западная агентура в Беларуси, которая по абсолютно непонятной причине называет себя оппозицией, уже не просто испачкала руки в крови, она ей основательно умылась. Экспорт человеческих жизней стал для них весьма прибыльной бизнес-моделью. Есть только одна маленькая проблема – жадность. Она сгубила уже не одно поколение их предшественников. Аппетиты и кровожадность новой волны западных прихлебателей просто поражает своей беспринципностью. В попытке утопить конкурентов по опасному бизнесу, они подтвердили все, о чем рассказывали по БТ ужасные пропагандисты. Я Андрей Сыч, это рубрика «Скриншот». Давайте разбираться. Донаты как способ обогащения у нас всех на слуху еще с 2020 года. Как грибы росли всевозможные фонды солидарности под предлогами помощи протестующим, настачком и прочее-прочее. В буквальном смысле собирались миллионы долларов, которые дальше счетов этих фондов никуда не уходили. В лучшем случае те, кто демонстративно увольнялся и раздавал комментарии всевозможным помойкам, доставался пакет с посиневшей курицей, пачкой вермишели и килограммом картошки. Сегодня те же светлые лица, выступающие за мир и справедливость, собирают деньги на войну. Самым раскрученным брендом выступает отделение наполеончиков, которое возомнило себя аж полком Калиновского. Используют их для частного обогащения все, кому не лень. Нам вельми часто досылают питання на конт допомоги от фонда «Байсол». Официально поведомляем, что пол Калиновского не супрацовничая с фондом «Байсол». Тем не менее, при организации сборов «Байсол» використовує фотоздымки в аэропока Калиновского, которые взяты без дозвола на это. На самом деле создавалось это военизированное бандформирование с единственной целью, чтобы иметь своеобразный политический инструмент для экспансии на территорию Беларуси. При необходимости реализовать данный сценарий под брендом «Полка Калиновского» можно вести в бой абсолютно кого угодно, зато медийно это уже обставят не как внешнюю экспансию, а как гражданский конфликт. Ну а что, вооруженные белорусы идут в Беларусь? В общем, логика изначально была такая. Но вот сами 3,5 коллеги из отделения наполеончиков явно не ожидали к себе такого внимания, которое возникло в процессе сбора донатов. Осознав, что на них зарабатывают все, кому не лень, начали показывать зубы. И так отрымалось, что у нас с полком Калиновского не склались отношения. Ну, ничего страшного. Я думаю, что шанец на то, как домовиться, еще иснуе. Бо, как минимум, покуль живые те, кто могут домовляться. То есть, когда уже все помрут, тогда домовляться будет не про что. Непрозрачные намеки Стрижака и тот сарказм, с которым он относится к деятельности боевиков, просто поражает своим цинизмом. Он ведь даже не рассматривает их как людей. Для него это очередной источник обогащения. Если тех перебьют, он просто найдет другой повод для сбора донатов. Вурдалак вурдалаку друг, товарищ и корм. К слову, в самом подразделении отношение к собратьям ничем не отличается. Один из бежавших боевиков рассказал в интервью польскому интернет-каналу о наличии поборов. Каждый месяц со штаба приходило у полковой чат, что нагадываем вам отличить 10% от заработков на фонд полку для компенсации загинулым и пострадавшим от войны. Куда уходит десятина, никто на самом деле не знает. Но вот внутренние разборки из-за контроля ресурсов доходят до серьезного внутреннего противостояния. По словам того же наемника, уроженец Бреста Иван Марчук с позывным «Брест» всячески противостоял серым схемам с поборами. В итоге его подвинули на второй план, а потом бросили в горячую точку под Лисичанск прикрывать отходы ВСУ, где он и погиб. Желающих акцентировать внимание на серых схемах руководства подразделения больше ни у кого не возникает. Главное, мы это сейчас на командиры, которые остались там после гибели Бреста. Это расширение медового пространства и заработок на этом грошей. Амаль, каждый выступ нагадывается про усилякие донаты. На происходящее в стане этих схематозников даже представители рудиментной оппозиции смотрят широко открытыми глазами. В свое время они тоже пилили гранты, но было некое чувство меры и социальной ответственности.
Нынешнее поколение стервятников в буквальном смысле жрет друг друга. О светлых лицах с темными душами Андрей Сыч в рубрике «Скриншот».